Уже с 4 марта электорально активные граждане смогут проверять наличие своих фамилий в списках избирателей по месту прописки. При этом в Центр избиркоме говорят, что во время голосования на предстоящих выборах в Мажилис и Маслихаты так называемых двойников не будет. Дублирование данных избирателей обещают исключить из общего реестра еще до того, как их перечень попадет на участки, которых, к слову, будет больше 10 тысяч по всему Казахстану. А вот право голоса, напомню, есть почти у 12 миллионов казахстанцев. По участкам постоянного проживания. Наибольшее количество 1 177 507 избирателей включено по Туркестанской области, наименьшее 138 277 по области Улытау. Каждый гражданин, который знает, что не будет присутствовать по месту постоянной регистрации, вправе уже сейчас обратиться в местный акимат с заявлением, с просьбой перезакрепить его в любое удобное место, там, где он будет фактически находиться в день выборов. Напомню, к участию в парламентских выборах на всей территории Казахстана допущена каждая из 7 зарегистрированных партий. Чего нельзя сказать о политической гонке за места в маслихатах. Все дело в том, что такие общественные объединения, как Байтак и Республика, имеют свои филиалы далеко не во всех регионах страны. И по закону там, где они не присутствуют, их представители не могут выдвигать своих кандидатов в депутаты местных представительных органов. В то же время в Центр избиркоме не исключает, что выборы Мажилис могут пройти с участием еще двух партий. Это Ел Тахдара и Урпахтар Жалостара. Для этого они должны успеть пройти регистрацию в Минюсте и подать заявку на участие до 8 февраля.